Приходи, Хокай, давай возвращай лицо. I'm back. I'm back in black. Ага, погоди, так это у меня тут мое лицо. Ты мудак. Я не знаю, куда бить. Ну, ударь сюда. Бей в меня. Погоди, тут головоломочки. Где? Нет. Как нет? Я не могу. Так, секунда, я врубаю микрофон. Давай. Вырубай. Агент играет Left 4 Dead 2. Чем он играет Left 4 Dead 2? I don't know. Слишком сложно. Тёма, ну как? Что, микрофон? Как? Нормально. Как слышно? Нормально, даже лучше, чем вчера. Все. Просто. Ты видишь, да? Я... Ракета. Ракета. А чё, в тему жертвоприношения микрофона? Ты его ещё сожги, я не знаю. Купил микрофон, шок на следующий день. Теперь другой вопрос. Так, мне работать с ним, если он на уровне моего лба? Нет, он не на твоем уровне лба. Ты ниже него. Ты ниже его. Теперь он на уровне твоего лба, да. Согласен. Зато как ты как Григорий Усманов. Или Стас Давыдов, или кто там, он ничего там. Да. Так. Наверное, я вот так поверну. Я не знаю, куда смотреть. Я упал. Смотри на Збал! Я смотрю, ладно, Збал. Збална! Забавно, забавно. Збавно! Это забавно. Збавно! Шарик, может ты меня спасешь? А теперь надо что-то придумать, чтобы эта штука не падала вниз. Да. Я не знаю, что придумать. Железо наложить. Привинтить ее. Кнопочка. Ладно, сойдет. Ну главное, что слышно хорошо, да? Да. Мне нужно научиться вот разговаривать с этим микрофоном, потому что вот смотри, сейчас я говорю сюда. Куда поехал? А сейчас я говорю не сюда. А сейчас я говорю тоже не сюда. Чувствуешь разницу? Там... Я думаю, я игру сломал. Нет. Потому что я упал куда-то в неизведанную даль, и я не да знаю. Забал! Забавно. Збал! Я не знаю реально, куда тебе. Что эта стрелочка мне показывает? Что? А, вот! Вот ты днище, а. Yeah. Ну-ка. Давай, опускайся. Это невозможно терпеть. Ой. Что происходит? За что отвечают все эти кнопочки? А, мне надо его наверх поднять, так что ли? Так что ли получается? Без понятия. Лол. Ты, лицо, нога. Прекращай это делать, или мне надо его опустить, я не понимаю. Что-то непонятно мне. Сила пирожков. Сила пирожков. Сила ананаса. Артур пирожков. Оставит мужа пирожков. Подарит носков. Чё? Кого подарит? Курит носков. Тебя плохо слышно. Естественно, плохо, я микрофон снял. Хватит дергать микрофон, давай записывай. Я модифицирую установку! Ты установку модифицируй, микрофон оставь в покое. Оно полетит. Я уверен. Мейден. Зачем... Хьюстон, у нас проблема, да? Зачем ты зовешь Мейда? Мейда не придет. Мейден Чайна. Да. Гориллас. Гориллас.
происходит? Ничего. А-за-за, ты троллка. Нет! Нет! You shall not pass! You shall not pass! Крафт! Крафт? Куда идти, куда идти, куда идти, куда идти, куда идти? Чё-то я не понимаю, опять. Слишком сложно. А-а-а, кнопочка, за что ты делаешь? И что? Что изменилось? А-а-а, всё понял. Наверное. Чё ты там лыбишься? Не делай так. Ударь по этому говну. Ударю. Забавно. Забавно, забавно. Давай, 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 быстрее, 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 кусок говна. Беги, беги, ублюдок. Беги, беги. Чё ты орёшь, как баба? Говна кусок. Спасибо. Я. Кусок янтаря. Да-да-да. Вообще, ебать. Ты что? Тихо, что изменилось? Что я сделал? Что я сделал? Куда он пропал? Шарик. Опта. Фак. Чё? Чё? Отребил. Наверное, не надо было так делать. Так. Так. Я не знаю. Пирожки. Игра становится слишком сложной. Да? Ты игра становится слишком сложной, говорю. Не. Ну, вот, смотри, он поднялся наверх. Чё? Да, послушаем, что прислали. А меня не забанят? Че это был? Японцы нет? А, ну это было. Японцы нет? Не, да, нет. Кто ты? Кто ты, человек? Че тебе надо? Кстати, я Алиску нашел. Кто где это? Лет. Сколько? 13, та, которая, с которой фоткался. Серьезно? Да. Нет. Принять. Мелочь, вообще растет. Алиса! Алиса! Прикольная. Да. Чё я нажал опять? Надо писать Алисе. Чё я нажал опять? Я без понятия. Я без понятия. Не-не-не-не-не-не. Куда идти, куда бежать? Ебать, больно! А, хэдкраб! Где? Если бы тут был хэдкраб, ты был бы рад? Я был бы рад, если бы здесь был хэдкраб. Но здесь хэдкраба нет, не буду делать я это. Омлета нет. Омлета нет. Готовь паштет. Паштета нет. Иди в тюрьму. Тюрьма большая. Народу много. А я прошел как раз этот момент. Я пока ты там трепишься и занимаешься ерундой, я прошел. Я нашел секретку, как раз любимая твоя часть читабельная. Давай! Читай. Ходят разговоры о запретном месте. Народ собирается на каждой улице и обсуждает какую-то небедную тайну.
Мобильное устройство. Забавно! Слухи ходят повсюду. От Тиокали. Короче, от города насрали до джунглей и до самых пылающих врат. До жопы макаки будет. В воздухе висит дух неопределенности. Повесили, что ли? Все мы чувствуем, что скоро что-то должно случиться. Вообще-то он стоит, он не повешенный. Повесили человека. Стоит дух. Ты понял? Стоит, стоит дух. Дух. Стоит. Дух стоит. Значит, кто-то умер, если дух стоит. У кого стоит дух? У кого здесь сегодня дух? Тот умрет. И зеленая водичка не может меня не радовать. Кто-нибудь видел такую зеленую водичку? Оу, кажется, кто-то обильно полил ее травой. Зеленая, зеленая вода. Зеленоглазые такси. Вези, вези, вези. Визирь. Визирь. Сохранение. Контрольная точка. Чекпоинт. Где моя ачивка? Сколько можно катать шары? Но это только пол игры. Ой. What the fuck? Шарик уехал. Это что за письмено? Это трансформер. Это китайский. Это трансформер, не нажимай. Китайский. Китайский трансформер. Ацтекский. Китайский трансформер. Ломается так же быстро, как и загружается. Да, со скидкой продается. В стиме. В стим не трогай. Китайский. Трогай, сейчас будет зимняя распродажа, все хорошо. И что там? Все. Да, все? Скидка до 75% на все. Жуть как. Ты не понимаешь. Понимаю. Ты не понимаешь, что это. Че за хрень у тебя там? 586 над жизнями. Какой? Вот это что ли число рядом с жизнями? Да. Это вообще-то... Ты, блин, вовремя спросил, когда я пол игры прошел. Я же тебе говорил то, что это радиус до шарика. Да? Расстояние. Ау. От меня до шарика. Я могу нажать на кнопочку и автоматически прыгнуть к нему. И чё? А-а-а, говно. Где он? Шарик. Шарик, шарик. Камон. Песик, барбосик. Чё? Я не с тобой разговариваю. Я тебя обиделся. А, за что? Я тебя шоколадом кормлю. Я чё ударю? Ты опять взял какую-то... Да-да-да-да, ты мне ударь. Катя. Тём, я прибегу. Ладно-ладно. Мне 5 минут бега до тебя. Не 5, а 7. Ну ладно. Как отсюда теперь выбраться? Куда и где я его оставил? Круглый, неотёсанный болван. Слишком много лабиринтов. Fuck you. Погоди. А, вот ты. Можешь сюда пройти? Да! Ура! Иди сюда. Иди сюда, хватит кривляться. Хватит кривляться. Я войду. Давай веселиться. Нет. Нет? Тогда найди мне выход отсюда. Нет. Ты злой. Кстати, на Новый год будет сюрприз для зрителей. Да, верно. И если бы я не знал, что они существуют, я бы не стал. Но когда они есть, давай сделаем. Давай сделаем. Потом. Давай. Это будет сюрпризом. Давай сделаем два. Два. А будет два. А ты что думаешь, я один буду что ли делать сюрприз? О! Я нашел выход. Ура, ура, ура. Ура. Нееееее! Шапка! Мне уже шапка. Я вспомнил. Он застрял. Опа. Иди сюда. Одна минута! Я скоро буду. Одна минута. Одна минута. Я скоро буду.
Я скоро буду. Одна минута. Это как 5 минут. Как 5 минут. Только это 1 минута. Фак, куда идти? Чё-то я не понимаю. Шарик, говноед. Даже 1 минуты не прошло, а ты уже здесь. Да. Какой ты быстрый. Я быстрый. Реактивный. Реактивный, как понос. Нет. Нет. Не понос. То есть не реактивный. Где выход? Блин, неудобно катать его под землей. Не осень-то и весело катать его под землей. Но я таки думаю, что нам сюда. Нет. Осталось найти выход. Псина! Псина? Дворняк. Щенок! Каналия! Революция! Нет. Одержимость! Хватит долбить по шарику. Массовый психоз. Кстати, Тёла. Я не массовый психоз. Нет. Знаешь, что пирожки скоро подорожают? Да, будет 190 рублей стоить. Сейчас они стоят 160, по-моему. Будут 190 стоить. На сколько там? На 15% повысят. Да? Да. О! Сюда. Сюда. Где он? Стой. Черт. Черт. Сюда. Черт. Хватит играть со мной, шар. What you do it? What you do it, man? У меня собака легла. Тебе собака легла. Сейчас сдохну. Зачем? А можно отпадать? Чё-то я не понимаю. А, может тебя дальше надо взять? Нет. Нет. Куда дальше? Шарик, иди сюда! Нет. Ну, пожалуйста. Ты не плачь, мне зарплату отставь. Ветерок жестокий. Ветерок не может быть жестоким. Да я ж... Скажи это людям в Техасе. Что? Я уже давно в Техасе не жил. Да японский твою ж... Ты ж. Мама! Слушай. Как мне его поднять наверх? Нет. Невоспитанный. Я тебе помогаю, не видишь? Блин. Оладушек. Блин. Оладушек. Блин. Все круто, я дверь открыл, но... Иди сюда! Нет! Ты жестокий тиран оттанет меня. Я не понимаю, тиран умер? Тиран умер? Ты понял, что я сказал? Если что, тебя здесь нет. Ты всего лишь образ в моей голове. Тёма! Кто? Дюра! Чё, дюрара? Я не только понял про кого-то, я еще и представил. Это меня. Это тебя огорчает.
такой вперед и умирает. Опа. Стопудово. Блин, может я все-таки не туда все это время шел, а? Нет, тебе кажется. Мне кажется, что я все-таки не туда все это время шел, ублюдок. Чего ты не мог мне сказать раньше, что я не туда все это время шел? Чего ты так себя не любишь? Чего обзываешься на себя? Я на тебя обзываюсь. На меня? Я не на тебя ругаюсь, я на твою собаку ругаюсь. Я на твою собаку ругаюсь. Где этот говноед? Шарик! Чё-то не понял я опять. Куда пропал эта мразь? Нет. Куда уплыл он от меня? Ля-ля-ля-ля. Хватит фонить! Нет! Прекрати, брось его на место, потом будешь ковыряться в нем. Нет. А то он что-то делал сейчас. Не нет, а да. Он делается, он почти сделан. Не нет, а да. Сказал же Гурда. Ага, 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 ага. Васап, 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 васап. Ух ты, чё я нашёл? И чё? Я? Собака бежала. Я понял. Все, готово. Я еще снизу крепление сделал. Блеск. Ну, в принципе, вполне себе можно говорить. Шито блеск. Как тебе? Ты меньше шуми. Я не шумлю вообще. Я сама скрытна. Что, не видно? А я прошел это место. Я слишком много топтался на месте. А теперь надо как-то вот это сюда приделать. Кого это теперь? О, господи, ракетка для боулинга. Поп-фильтр. Ракетка для боулинга? Что? Да. Ладно, как бы. Еще одна контрольная точка. Да сколько можно? Вы меня прям завалили контрольными точками. О, нет. Я уже вкушаю, что надо делать. О, нет. О, да. Я лечу. What the fuck? Чё? Секретка. Где? Читай. Один человек пробрался в запретное место и был схвачен охранником короля бога. Говорят, что его разум был отравлен видениями, и из-за этого он отважился нарушить самый важный из законов. Наказание последовало незамедлительно. Его голова, все еще вопящая от боли, была поднята над дворцовыми вратами на золотом копье. И я боюсь, что это только начало. К следующей полной луне к этой голове добавятся и другие. Ты понимаешь сюжет? Ты понимаешь? Нет. Сюжет? Нет, его нет. Ну, а для чего это тогда? Это пасхалки, отстань. What the fuck? Не ищи смысла там, где его не должно быть. Блин, ты меня пугаешь. Чем? Нет, я понимаю, что я тут хожу, щеголяю в штанах, но все это. Но все же я умер. Бывает. Чем еще порадуешься? Не знаю, нет. Варенье у меня кончилось. Блин. В горе, да? Угу. Я бы съел. Я бы вкусил. Я джунгли. Король. Ананас. Е. Достал. Стой! Куда как? Йоу. Ты любишь пирожки, Тём? Нормально. Пирожки любишь?
Нормально. Смотри, какие. С чем? С людьми. Ну, смотря какой человек. Приведи мне пример. Каява. Нет. Масло будет пахнуть. Масло — это не человек. What the fuck? Ты взял? А. Каява не человек. Он робот-киборг и грек. С планеты Зима. Зирган. Зирган. Планета Зирган. Четверг обещают минус 1, в пятницу минус 18. Да, кстати, у тебя то же самое. Да. Только что обновилось, да? Минус 31! Офигеть! Это я по твоему что-то смотрю? Блин. А, ты умеешь? Ты что, компьютер? Обезьяны! Обезьяны! Дави это говно! Сюда! Чем ты у меня на компьютере смотришь? Мою погоду! Смотри, это что за такое ползущее? Смотри, новый тип врагов. Я не вижу, погоди. Смотри, смотри. Что это за черепахи? Видишь? Это бульбазавр. Бульбазавр. Умри, бульбазавр. Я никогда тебя не люблю. Мне больше нравится Чермандер. Или Бластуаз. А какого покемона любишь ты? Скай. Или как там? Скай. Скайнет. Саст. Скайнет. Скайнет!